Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Внимание, сегодня лекция интересная у нас такая. У человека частенько сохнут губы и при этом мучает жажда. Итак, внимание, пожалуйста. Помните, уважаемые зрители, что внутренний меридиан легких контролирует желудок. И частенько сухость губ говорит о проблемах в желудке, в органе желудок. Потому, когда у человека сохнут частенько губы, обратите внимание на свой желудочно-кишечный тракт. Но при этом, когда у человека сохнут губы, некоторые люди испытывают жажду. Им хочется напиться, хочется утолить эту жажду. То есть, помните, это относится к желудочно-кишечному тракту. Если контролирует желудок, то здесь сразу же попадает что? Поджелудочная железа. А причем здесь человек хочет попить, и поджелудочная железа, и сухость губ. Давайте все объединим и скажем, что поджелудочная железа, что отвечает за водно-солевой баланс человека. Если у человека есть нарушение в желудке, то у него всегда это будет проявляться на состоянии поджелудочной железы. Здесь много ума не надо. Здесь надо обратить внимание, как работают 5 элементов. И элемент земля, в который входит поджелудочная железа и желудок, всегда что? Обмениваются энергией. Этот яньский меридиан и орган, это иньский меридиан и орган. Если инь и янь будут что? Между собой конфликтовать, а легкие относятся к инь, а желудок относится к янь. Если этот конфликт проявляется, то это порождение той или иной болезни. В данном случае у человека что? Проявление сухости губ с обильным что? Употреблением воды. Потому первое, пожалуйста, наладьте работу тех меридианов, которые отвечают, внутренних меридианов. Прошу здесь обратить внимание, подчеркнуть именно о внутренних меридианах и каналах. Вот, внутренних меридианов. Диагностика 12 меридианов здесь обязательно, потому что все 12 меридианов контролируют желудочно-кишечный тракт. И потому мы не можем выявить и сказать, что вот именно если мы наладим меридиан легких, то желудок восстановится. Нет, если мы наладим все 12 меридианов, будем поддерживать эту чистоту, гармонию, то желудок что успокоится и начнет выполнять свои функции вместе с поджелудочной железой и меридианом легких. И данная точка P11 Шаошан нам с вами в помощь. На первом этапе вы можете использовать эту точку как скорая помощь, как для лечения. Но для более глубокого понимания, откуда же в этой болезни растут ножки, без диагностики 12 миллионов вам не обойтись. Но я думаю, уже данная информация вам в помощь будет. Спасибо за внимание.